напомню вас составом играющих команд. Атака тут очень был опасный момент. Еще один, передача, гол! Быстрая атака сразу же, буквально с первых секунд. И третий навал взяли приступом ворота новокузнецкой команды. Итак, в воротах Вадим Никитин. Стартовое звено команды «Металлург». Стартовая пятерка согласно заявочного листа. А вот и ответ последовал. Такой же динамичный, агрессивный. Главный тренер команды Андрей Павлович Кирдишов. Гол второй залетает сейчас буквально в ворота. Вот это да! Вернулся. Успел. Еще и обыграл Мельник. На ходу еще и гол! Вот это да! Станислав Станкевич, третья шайба! Есть люди, которые буквально все воспринимают за чистую монету, если особенно почитать все шелуху интернетовскую. Ищи гол! Подставлена клюшка Ивановым, была очень грамотно после броска. Нет Воробьева, но есть Кокуев. Правда, звено другое. Стих молодые, жадные. Хорошо, гол! А это Сергей Кухта! Спасает Семен ворота. Продолжают. Еще один бросок и залетает шайба, но это рикошет. Честное слово, да, гол, все правильно, большинство реализовано. Стал невольным виновником того, что кружка у Крашенбаума вылетела. В упор стреляет и забивает зрячий Шевченко Александр. И пойдут вперед. Ну, а Ермаку, конечно, нужно. Оставили одного Чернова. Опять забыли, опять куда-то уехали, опять о чем-то задумались. Создает ему тут заслон. Кицин обыграл, пошел и бросил. И под верхнюю планочку, пятая шайба. Максим Кицин верен себе, 38-я шайба в сезоне. Ков устремляется вперед, передача к Кицину. Ердаков издалека бросок. И расслабился Нечистовский. Как вот под бросок Акишину, не рискнул бросать Акишин. Решил, что нападающие там за воротами что-нибудь да соорудят. Вот они и соорудили гол. Бросок отреагировал, подставил. А вот опять пустой угол, опять никого, кроме игроков Новокузнецкого «Металлурга».